Как-то не хотят нас со всеми, и что теперь это на другой стороне дела, на всякий случай может пригодиться, если все-таки захотят меня в автобус. Скажи, это представители сексуальных мужчин. Мы появились, и вас умнела. За что за деньги, которые у вас в кармане? Игорь Петербурга. Заняли очередь в автобус. Очень длинный, 31-й автобус 31-го маршрута. Нас можно успеть обязательно проехать. Первый маршрут! Главное, бесплатно. Даже занесут, если надо. Из наших налогов. Цена заложена сразу на налог. Очень большое число наших сторонников было сейчас забрано в милицию. Я предлагаю организованно всеми силами, которые в данный момент здесь находятся, пройти до ближайшего отделения милиции. Я уверен, что сейчас людей приведут сюда на розный переулок. И потребовалось разъяснение, за что были задержаны граждане. И могут сюда идти. На связь есть задержанные? Скажите нам, пожалуйста. Связь есть задержанный? Связь? Связь задержанный? Да, действительно. Вот человек позвонил. В любом случае права никаких законов мы не нарушали. Конечно. И право, как всегда, власть. Просто так расходиться, я не считаю, что это сообразно. Алло, какое движение вас? У вас на основе это где? Так, улица Мороза, 28-е отделение милиции. Давайте без флагов, без, соответственно, лозунгов, но организованно пройдем и потребуем освобождения наших товарищей. Не рано? Вот пошла на улицу Парада, что да? Техническая пауза 1 минута.